все. Еще раз пробиваем карниз верхний под механизм. Пробил. Не там. Давай еще. Еще разик. Данный станок работает с усилием. Кто работал, знает. Так. Отрубаем верхний карниз. Отрубили. А, теперь что у нас там? Пробиваем такое же овальное отверстие в верхнем карнизе. Пробили сразу два. На всякий случай. Так, теперь отрубаем нижний карниз. Вот, все, отрубили. Отверстие в нижнем карнизе. Пробили две штуки. Так, и с этим станком все. Так, 4 операции. Отрубаем верхний карниз. Вот это вот верхняя труба. Это отрубает нижний. Это пробивает отверстие в верхнем карнизе. Это отверстие в нижнем. Все работает. Так.